В ближайшие выходные в московском выставочном комплексе «Сокольники» состоится ежегодная выставка «Аутотюнинг-шоу». Экспозиция предназначена для всех, кто видит в автомобиле не только средство передвижения, но и инструмент для самовыражения. Выставка соберет представителей самых разных направлений тюнинга и необычные проекты от топовых тюнинг-ателье, которые уже обрели популярность за рубежом. Также на экспозиции будут представлены уникальные автомобили от талантливых инженеров, собирающих свои проекты самостоятельно. Специальное жюри выберет среди выставленных автомобилей победителей в нескольких категориях. Например, заявлены номинации «Лучший японский тюнинг» и «Самый заниженный автомобиль». Итак, выставка пройдет в Москве 20 и 21 апреля. Еще одна выставка, на этот раз в Санкт-Петербурге, также намечена на ближайшие выходные. Речь идет о ежегодной и крупнейшей в России мотоциклетной выставке «ИМИС», которую традиционно примет выставочный комплекс «Лен-Экспо». Мотосалон пройдет на берегах Невы уже в 10-й раз, а павильон номер 7 на 3 дня станет центром мотоциклетной жизни Санкт-Петербурга и всей России. В прошлом году свои работы представили более 200 ателье и частных инженеров, а экспозицию посетили более 60 тысяч человек. Жемчужиной «Имиса» всегда становится стенд кастомных мотоциклов, представленный в рамках международного турнира Russian Handbuild Cup. Центром «Имиса» станет презентация уникальной частной коллекции итальянских мотоциклов 1920-1970-х годов. Для юных любителей мототехники на выставке будут работать образовательные стенды, где молодежь узнает устройство двигателя и познакомится с мотоиндустрией. В этом году «Имис» работает с 19 по 23 апреля.